Современные женщины знают особенности строительных материалов. Прекрасная половина человечества умеет строить, красить, штукатурить и работать на кране. Женщин на стройке оценивают по их профессиональным качествам. Моя коллега Асиль Айдар поговорила с отделочницей, которая работает на стройке более 25 лет. Отделочник – это специалист, который придает помещениям красивый и завершенный вид. Работа требует высокой квалификации, тщательности, а также является очень сложной, особенно для женщин. Однако наша сегодняшняя героиня справляется с этим очень хорошо. Как ей это удается, мы сейчас узнаем. Героиню сегодняшнего сюжета зовут Ажар Токмурзина. Она участвует в строительстве жилых домов города Семей. Ее профессионализм и умение справляться с самыми сложными задачами очень впечатляют. Сама женщина отмечает, что отделка – это не просто работа, а ее призвание. Я выбрала эту профессию в 1998 году и начинала работать мастером-строителем, отделочницей. С тех пор я работаю в строительной отрасли. Моя работа очень интересна мне. Я очень рада, что выбрала профессию по душе. Конечно, она сложная, но очень интересная. Нужно учитывать все тонкости и делать все на совесть, то есть качественно. Заботливое отношение к качеству и профессионализм – ключевые качества, которые отличают Ажар Токмурзину. Ведь для нее каждый угол крыши и внутреннее пространство здания – это возможность вложить частичку своей мысли и творчества. Отделка, да, например, это… Нужно больше думать, чтобы качественно все выполнить, чтобы стены, углы, потолки были ровными. Я думаю, если человек будет выполнять свою работу аккуратно, то все, абсолютно все у него обязательно получится. Я очень критично отношусь к своей работе, потому что нужно выполнить все в срок и красиво. Думаю, это главная причина, почему есть спрос на нашу работу. Ажар, которая уже много лет занимается отделкой помещений, признана как одна из лучших в своей сфере. Ее умение точно выполнять любые задачи и внимание к деталям делают ее незаменимой на стройке. Также ее работа получила высокие оценки как со стороны заказчика, так и со стороны коллег. Асиль Айдар, Аян Мухтарулы, телеканал «Семей».